Господа, эксперименты продолжаются. Такого вы точно не видели на уроках физики у себя в школе. Смотрите обязательно до самого конца. Лично у меня эксперимент с абонентной палочкой был единственным и неповторимым. Пишите в комментариях, какие у вас эксперименты проводили. Мне будет очень интересно почитать. Жмите на лайк за 3 секунды, чтобы повысить свою успеваемость. Подписывайтесь также на канал, жмите на эту красную кнопку, чтобы она стала серой. Усаживайтесь поудобнее, берите что-нибудь вкусненькое, к тому же это очень приятно. Поехали. Дамы и господа, прямо сейчас у нас гидравлический пресс против различных предметов. Перед нами сейчас у нас бутылочка воды. Он ее просто сжал, как пластилин. Никакого труда ему не составит это сделать. Это обычные стикеры. Вот это да. Ломаются они, конечно же. Превосходно. Антистресс. Паровозик Томас. Ту-ту-ту. Братан. Ну, приятно, приятно. Ракушка антистресс. Тыква! Тыква! Воу! Там еще с дырочками. А это? Это слайм? Течет, конечно, приятно. Сейчас она плюхнется. Вау! Вау! Честно, это, она так приятно разливается до сумасшествия, просто. Класс! Вроде бы ничего такого удивительного, свечка. О! Через эти дырочки вот это все проскальзывает. Нереально приятно. А тоже с дырочками, да? Нет, не с дырочками. Свечка с дырочками вообще классно. Классно смотрелась. Прыгунчики? Они сейчас должны... Ёлки-палки. Свекла! Давай! Как же она мягко пронзает. Кокосик, кокосик. Не справился. И не смог противостоять этому... Мега. Воу! Воу! Вы видели? Он продавил и... Различные фигурки делают из этого пластилина. А это, я не знаю, это тоже антистресс какой-то. И так приятно вот. Опять, 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 опять! Как же приятно с этими дырочками. Будильник. Каждое утро, знаете, будильник. Будильник. Иногда, конечно, раздражает, но вставать. Вставать приходится. Всегда. Классная тыква. Кукуруза. Сладко, она просто растаяла на глазах. Это растаяла. Опять дыр. Пластилин. Я просто балдею. Просто. А что это? А что это было? Что за игрушка? Супер. Теннисный мячик. Тоже не справился. Цветная капуста. Должна сейчас в сок превратиться. О! Это... Тоже какой-то антистресс. Интересно. Губки, губки, антистресс, да? Ва, как мармеладик. Опять, 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 опять. Давай! Резиночки. Классно, 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 классно. Ну-ка, а это что? Что-то металлическое? Какая-то статуэтка? Прошу прощения. Если что-то буду говорить не так.
Мяч сейчас лопни, давай. Что? Он не лопнул? Это как? Опять пластилин? Свечка. В каком-то металлическом каркасе. Как же классно. Разрывается. Приятненько. Кубик Рубик. Какой-то мягкий кубик Рубик. Вначале он просто разлетелся, вы видели. Прыгунчик. А что там внутри было? Опа-на. Стопка карт. Интересно, сколько килограмм там давило на эту стопку карт, что она разлетелась? А что это там лопается? Я не могу понять. Диски? Вот это да! Вот это да! Я думал, они разлетятся сразу. Шарики, шарики. Ох. Мармеладик? Или... Ой, какой ты мармеладик? Это игрушка антистресс. Мне показалось то, что она... не в мармеладе, а... в каком-то пластилине. Свинка. Сразу лопнула от малейшего прикосновения. Это ролла антистресс? Ух ты ж! Что-то мега... приятно. Сногсшибательно. А что это? А что это? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот это пластилин, естественно. А что это было? Вот это вот предыдущий. Как же он классно. Опять дырочки. Опять дырочки. Я просто не могу на них насмотреться. Банка. Что? Банка колы снутри с желейкой? Ну-ка, если бы она была бы... не с желейкой, а полноценная кола, закрытая, с газом. Да как в детстве, знаете. Все время, когда в автобусе сидел, считал капельки на стекле, либо же, знаете ли, играл в перегонки, какая капелька быстрее скатится со стекла. Это просто супер. Апельсинчик. Ёлки-палки. Морковочка с дырочками. Морковный сок сейчас появится. Определенно. Классного. А, нет, тут с мякотью. Капусточка. Капусточка. Вот так, наверное, шинковать капусту. Все. Можно суп варить. Попрыгунчики. Да, я помню. Сколько под диваном находил попрыгунчиков, ребят. Класс. Крипер из Майнкрафта. Что? Банка колы. Что? Она смогла противостоять этому гидравлическому прессу? Что? Это мокрая туалетная бумага? Или мне показалось? Под ним должна земля просто проломиться. Нет, что? Да такого быть не может. Такого просто быть не может. Просто должен был этот гидравлический пресс надвое расколоться. Вы чё, серьезно? Вы чё, серьезно, ребят? Как он это? Это Nokia 3310. Алло. Вы чё, серьезно? Как? Что? А почему? Видимо, не до конца... А, ну теперь да. Неужели стекло такое прочное, что может противостоять? Ну хотя да, оно жмет, я слышу, как усиливается звук. Ну да, шарик, конечно, пронзает это все по центру, но, видимо, стопка стекла останавливает пресс. Стрейч Армстронг, господа, на ваших... экранах. Самая приятная игрушка, которую вы когда-либо могли держать. Это просто мягкая штука.
Прикольненько. Хо. Просто до конца. Три яйца. Ух ты, он их пронзает. И что, вы хотите сказать, что он остановился? Нет, он продолжает. Мне показалось на секунду, что он остановился. Арбуз. Целый арбуз на таком гидравлическом прессе. Но это должно быть мега приятно. Арбуз. Он всегда... Всем нравился, сок польется. Должен, по крайней мере. О, разорвался. Сок течет, надо подставлять баночку для сока. Просто так уходит. Так нельзя, так нельзя. Так и слепить арбуз. Обожаю. Летом особенно освежает на самом деле. Было мега приятно и расслабляюще, ребят. Согласитесь, рассказывайте всем своим друзьям об этом. Пусть удивятся, ставьте большущий пальцы, если вам действительно все понравилось. Подписывайтесь также на канал, если вы впервые, чтобы ничего не пропускать. Жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться. И смотрите вот эти видосы, это специально для вас. А это еще одно просто мега расслабляющее видео с прессом. Тыкайте, вы не пожалеете. Счастья, ребят, вам здоровья, всего самого наилучшего. Берегите обязательно себя и своих близких. Хорошего вам настроения. И увидимся уже в новых видео. Пока!